Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Всем привет, ребятка. Сегодня 30 июня 2021 года. Это цветок юкка, нитчатая. Юкка нитчатая, многолетнее, вечно зеленое, пестриковое растение. На поверхности почвы образует крупную розетку мечевидных листьев высотой до 70 сантиметров. Смотрите, мечевидные листья юкки красивые. Летом юкка выбрасывает цветоносы высотой до 1,5 метра. Вот, цветонос до 1,5 метра. С крупными белыми цветами. С крупными белыми цветами юкка. Из всех юг эта нитчатая самая морозостойкая. Она может выдерживать продолжительные морозы до минус 30 градусов. Цветы югки кремово-белого цвета, поникшие, пониклые колокольчатой формы, собраны ветвистое соцветие высотой 1,5–2 метра. В конце лета их необходимо будет срезать. Зацветает растение на второй год после посадки. Время цветения с конца июня по август. Растет юкка даже на песку. Размножается юкка делением куста, но можно выращивать и семенами. Но только набраться надо терпения. Зацветает юкка на второй-третий год после посадки. Цветы юкка. Смотрите. Цветы юкка. Цветы юкка. Красавица. Просто красиво, ребят. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Цветы юкка нитчатая. Многолетнее, вечно зеленое, пестриковое растение. Пока-пока, ребят.